Бонжур. С вами Галина Куклевская, специалист по коррекции возраста. Взгляните вокруг. Сейчас самое замечательное время. Весна пробудит нас от спячки, передает свою волшебную палочку лет, и все, буквально все начинает цвести. Пора и нам задуматься о своем цветении. Сбросить накопившиеся за зиму килограммы, подкорректировать свою фигуру, убрать лишние складочки и морщинки, набраться новым жизненным потенциалом и, надев открытое платье, стряхнув копной волос, пройтись легкой походкой по солнечным улицам. Хотите узнать самые эффективные, легкие в исполнении и дающие потрясающие результаты практики? Тогда приходите на тренинг, который состоится в Ницце 31 мая и 1 июня. Конечно, можно почитать умные книжки, можно послушать замечательные полезные вебинары, но что может быть лучше живого общения? Соберется круг единомышленников, которых всех волнует тема омоложения, сохранения красоты и молодости, грациозности. И в этом теплом, замечательном кругу мы с вами освоим практики, которые дают гарантированный результат. А знаете, почему я держу свою шляпу? Потому что всем своим клиентам я говорю, если вы, выполняя все эти упражнения, не достигнете результата, я съем свою шляпу. И представляете, за 27 лет работы в области омоложения мне не пришлось есть ни одной. Каким именно практикам вы обучитесь на этом семинаре, написано в письме под видео. А рассказывать о них вам буду я и моя напарница, лайф-коучинг Елена Титова. Потратьте несколько минут и почитайте все, что мы для вас написали. А мы ждем вас на тренинге. Оставайтесь молодыми и красивыми. С вами была Галина Куклевская, специалист по коррекции.